Всем привет, ребята! С вами снова я, Зайка Вера. И давайте сегодня слепим медвежонка очень популярного, а именно Валерку. Желинова, медведя Валерку. Давайте же смотреть, получится ли у меня передать образ этого веселого мишки. Итак, поставь лайк, подпишись, а мы начинаем. Подготовим детали, туловище, голова, лапы и уши, веселые детали для моськи и накладка на брюшко. А теперь соберем. Итак, пожалуй, начнем с брюшка. Нам понадобится красный пластилин. Мы скатаем шарик, затем сплюсим его. И получится вот такое вот нечто, да? К этому мы прикрепим вот такую вот накладочку, слегка вытянутую вверх. Так, здесь вот она располагается. Хорошенечко ее закрепим. И с помощью стека мы сделаем ему вот эти вот его шерстинки. Ну вот, у меня сверху сначала не задалось, но я сейчас попытаюсь подправить. Ну вы-то мою ошибку не рассмотрели. Лучше действовать елочкой. Теперь мы прикрепим ему лапки. Для передних нам понадобятся вот такие вот шарики. Мы их вот так пальчиком сплюснем. Закрепим. И второй шарик. Плюснем. Крепим. И также задние ножки вот сюда вот. Так, ну вот, готово. Теперь делаем ему вот эти вот его пальчики, вот так вот просто стыком нарисуем. Я вам таким образом покажу, как можно легко и просто сделать себе своего любимого героя. Так, 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 так. И здесь. Опа, опа, опа. И большой кружок. Ну, вроде похоже. Так, а для самой головы нам понадобится также шарик сплюснутый, но поменьше, чем брюшко. И я решила сделать ему веселую мордочку, которая появляется у нас, если мы изначально смотрим на ролик. То есть такая вот превьюшка, картинка, да? Вот тут, видите, глазки, которые вырываются за контур. Также вот такие вот зрачки. Удивленные, ошеломленные. Так, это тоже надо поменьше. И теперь великолепная улыбочка. Так, на черном, чтобы она была видна. Теперь язык. Так вот.
Такая вот веселая веселость. Иди, берюшики. Ну вот, вроде бы, похоже, вроде что-то есть. Ну вот, ребятки, теперь у меня есть свой собственный задорный медведь у Олега, конечно же, желейный. Всем пока-пока и до новых волшебных встреч!